10 апреля завершился Кубок главы городского округа Зарайск по хоккею с шайбой. В турнире приняли участие 4 команды. Хоккейный клуб «Чулки Соколова», хоккейный клуб «Трест», «40 лет октября» и МВД. В финале встретились хоккейные клубы «Чулки Соколова» и «Трест». Матч получился очень напряженным. В первом периоде забить ворота не удалось ни одному из соперников. В следующем игровом отрезке счет открыли хоккеисты Треста, но вскоре соперники сравняли его, воспользовавшись численным большинством. Точка была поставлена в третьем периоде. Трест пропустил еще одну шайбу и отыграться уже не смог. По результатам всех игр бронзу завоевала команда МВД. Второе место досталось хоккейному клубу «Трест». По итогам турнира победителем стал хоккейный клуб «Чулки Соколова». Все призеры были награждены медалями, а победитель получил еще и кубок. Кроме того, ряд игроков были отмечены индивидуальными наградами. Александр Абрамов из команды МВД стал лучшим нападающим, Валерий Кощеев «Чулки Соколова» – лучшим защитником, а лучшим вратарем стал Федор Чекин из хоккейного клуба «Трест». Ольга Желудева, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «КВАН», Зарайское кабельное телевидение.